меня просто, короче, фингал небольшой под глазом выскочил. Не знаю, это, возможно, не видно на камере, но меня укусила пчела в бровь, и у меня выскочил такой вот небольшой, типа, фингал. Поэтому не обессудьте, если что. Всем здорово, народ, попали на канал. Дядя Никит. И сегодня у нас с вами будет свой кубок Италии. Прикиньте, у нас был свой кубок России, свой кубок Англии, своя Лига Европы, даже своя Лига Чемпионов была в этом году. А вот своего кубка Италии на моем канале ни разу не было, поэтому присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Сегодня у нас также будет с 1/4 финала начинаться все. У нас все будет начинаться с 1/2 финала, да, вот так вот быстро, то есть уже типа с полуфинальных матчей у нас все будет начинаться, потому что с четвертьфинальных это все долго и муторно, это неинтересно. У нас будут тогда 4 команды, 4 лучшие команды Италии, по моему мнению, на данный момент. Милан, Лацио, Наполи, Ювентус. 4 топовые команды Италии на данный момент. К сожалению, нету Интера, но давайте сделаем так, то, что фанаты Интера... Интер занял уже 3-е место в Кубке Италии. 3-е место они уже 100% заняли, поэтому вот. То есть 3-е место уже известно, это Интер. Интер будет как бы на 3-м месте. А вот первые 2 места, это уже интересно. Поехали, все начинается с 1/2 финала. Первое противостояние это Наполи, Ювентус. Второе это Милан. Милан-Лацио, Наполи-Ювентус, поехали. Поэтому фанаты команд, не обессудьте, если что не так будет, поэтому просите сразу прощения. Но у нас так все будет коротко, зато интересно, потому что все будет в одном ролике. Следующий ролик я планирую с 1/4 финала также начать, как Кубок Англии. Там будет также 8 команд, но при этом это будет Кубок Испании. Если вы хотите свой Кубок Испании, то под этим роликом надо поставить 20 лайков. Если вы поставите, то будет свой Кубок Испании. Поехали. Ну и также я вам напоминаю про нововведение, которое мы добавили с Максом в свои Кубок России и так далее. Вот эту серию рубрик «Своя». Можно делать выход 1-1. Но при этом, если вы делаете выход 1-1, у вас вычитается сразу 2 удара. То есть, как бы выход 1-1 идет за 2 удара. При этом, выход 1-1, если вратарь просто хотя бы коснулся чуть-чуть там рукой, ногой, мяча, лицом, телом, все, выход 1-1 официально аннулируется и не считается. Ну и тоже, чуваки, скоро Новый год. И давайте, пожалуйста, положим мне под елочку подарочек в виде подписки на мой канал. Пожалуйста. Вам контент, мне подписка. Поехали. Пацаны, давайте красиво закончим эпоху Милана. И пробьет Ибрагимович, чуваки. В честь него эти удары. А вот, 2 шага. Ты тупо мышь. Делаю деньги, пока ты пиздишь. Шепи на мне, это 1000 ты. 5 мультов. Блин, да ты офигел. Счет 2-0, напоминаю, Милан Ювентус. У меня Ибрагимович, у него Криштиану Роналду. И сейчас, кажется, будет в девяточку залетать. Но дополнительные удары мы бьем дополнительными ударами. Опачи! Вау! 1-0! Вамос! Вамос! 4-2! Проходит дальше финал, да! Хотя бы одна моя команда в этом году что-нибудь возьмет свои там что-то еще. Полуфинал. Это Лацио, Наполи. Я за Наполи, он за Лацио. Поехали. Шара. Короче, пацаны, счет 3-1, Милан выигрывает, Наполи выигрывает Лацио. Ему, чтобы хотя бы сделать еще, надо 2 из 2 забить, понимаете? 2 из 2, это практически нереально.
финал Кубка Италии, внимание, финал Кубка Италии, Милан-Наполи. Две команды Дженаро Гаттузо, и этот финал будет в честь Дженаро Гаттузо, потому что он играл в Милане, стал легендой клуба Милан, был капитаном команды. А сейчас он тренирует Наполи, и там Наполи сейчас с ним на втором или на третьем месте в серии А находится. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.